Топ-5 боксов с Amazon, с американского Amazon. И да, вы можете прямо в Украину заказывать с Amazon. И мы уже делали видео, как заказывать с Amazon прямо к вам домой в Украину. И ссылка на это видео лежит в описании под этим видео. А мы начинаем обсуждать ТВ-боксы, потому что там очень вкусные цены и очень интересные предложения. Поэтому поехали. Слушайте, мы на главной странице нашего канала. Подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите. Во-первых, интересные товары с Amazon, дальнейшие наши обзоры, интересные видосики, хорошие рубрики по топ-5 и, конечно же, хорошее настроение. Да и мне будет приятно, а вам все равно, даже если вы не смотрите. Смотрите, дело в том, что на Amazon существует огромное количество ТВ-боксов, которые продаются только на территории США. Да, они есть еще на Amazon Германии, но на Amazon Германии они стоят намного дороже. В Украине то, чем честно говоря, я недоумеваю. То есть на сайтах их продают втридорога, а на Амазоне они стоят намного дешевле. Поэтому я решил наконец-то вам презентовать это все дело с Амазоном. Я делал обзор на эти девайсы. Ссылки на обзоры в описании под видео, как и на ссылки на эти самые продавцов, на этих самых продавцов на Амазоне, потому что там не всегда Амазон-то продает. Поэтому мы начинаем. Если вы мне скажете, что с Амазона можно хорошо покупать там Nvidia Shield TV, то вы будете и правы, и нет, потому что я уже выпускал стрим, почему Nvidia Shield TV Pro именно начинает отмирать, потому что готовится к выпуску новой, и ее купить за адекватную цену уже не получается. Поэтому мы можем здесь посмотреть, что она стоит порядка 219, 249, 250 и далее, и выше. Притом за 219 это еще и пользованная, да? Потому что их уже новых нет, их не выпускают. Ну да ладно, нам не Nvidia Shield-то интересно. Нам интересно то, что будет дальше. То, что есть еще на Амазоне неплохого, это GD1 Stick. Он очень неплох, но цена $70 зашкаливает. А вот это, кстати, это то, что можно купить практически везде. А вот, например, Amazon Fire Stick 4K, который у нас идет с Wi-Fi 6, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, да елки ж ты палки, еще и с голосовым пультом. Ну, правда, там с Amazon все не так-то просто. Советую сразу же смотреть наши обзоры, как там с Amazon дела обстоят. Но все это дело стоит в Америке $30. $30, господа. И потратив на доставку там всего лишь там $4-5, потому что он не растамаживается, он не попадает под растаможку, потратить какие-то деньги, это, честно говоря, очень хорошее предложение. Почему? Потому что он основан на процессоре MTK с действительно очень хорошей картинкой. Да, у него там формула памяти, она немножечко не так, как хотелось бы. Тут, кстати, есть лайт-версии, все эти подробности у меня были в обзоре, но я вам скажу так, что люди, которые пользуются этими Амазонами, они настолько довольны. У них есть Wi-Fi 6, HDR10+, подходит и для Samsung'ов, и Dolby Vision, Dolby Atmos подходит и для LG, для Sony, которые там, допустим, используют. Они достаточно мощные для того, чтобы использовать их и в онлайн моментах, там установки, например, кое-какого сервера. Если вы понимаете, о чем я говорю, при том, что у них есть сертификация Dolby Vision, Netflix, то есть здесь есть Netflix, вы здесь можете его посмотреть. К тому же есть даже там инсталлер в маркете. Да-да-да, есть такое дело. Поэтому установить можно все прям на стик. Да, есть некоторые моменты, если вам не нравится вот этот напичканный рекламой Amazon интерфейс, и это все-таки не Google TV, не Android TV, и голосовой поиск глобально не работает, но цена и качество воспроизведения, ой, поверьте, намного он интереснее, чем большинство китайских ТВ-боксов, которые продаются. Поэтому пятое место. Заслуженное. Смотрим обзорчик. И на четвертом месте у нас он ТВ Стик. Он здесь у нас в двух вариантах. Объясню, он стоит там 29 и 32, потому что тут их остается немножко уже. Но за $29 я вам скажу, что это такое. Во-первых, он на Google TV. Очень классный ТВ-бокс. За $29 вы получаете сертифицированный бокс, не секундочку, сертификации Netflix, Disney, Apple, Hulu и тому подобное. При этом вы сюда можете устанавливать дополнительно различные приложения. Под это дело существует даже вот такой вот специальный
такая специальная приблуда с сетевым адаптером и вот, такая, и вот такой вот блок питания для питания дополнительного. То есть, на секундочку. Вот эта вот штука за 29 баксов, она реально круче. Здесь нет Dolby Vision, здесь есть Dolby Audio, есть Chromecast, само собой, есть OK Google. И именно с этим связано то, что он на четвертом месте, скажу так. Дело в том, что Amazon не дотягивает, потому что у него нет нативного голосового поиска, у него нет возможности установить АПКшки, просто вот так вот взяв там, зайти в Play Market. Здесь это есть, поэтому вот он четвертый. Хотя я бы вот из этих двух рассматривал бы Amazon. Немножко заморочился бы, изменил бы интерфейс, все это в группе, в Telegram есть. В кое-в-какой по Амазонам в Телеграме, то есть там ребята разобрали, уже скриптов есть куча, но если вы без руки, грубо говоря, в кавычках, без обид, ребят, то можете рассматривать ON TV Box. Я делал на него обзор, классная тема, пойдите посмотрите, очень за 29 баксов, это просто лидер нафиг, я вам серьезно говорю, что такое 29 баксов, давайте посмотрим, 29 умножить на там, 36, это у нас 1000 гривен. За 1000 гривен вы можете купить китайский на RockChip или на AllWinner TV Box. Поверьте, вот это будет лучше. Дальше. На третьем месте у нас Fire Stick 4K Max. Я бы ставил его, конечно же, на первое место. Но опять же, заморочки с интерфейсом, с возможностью, вот, необходимостью переделки. И так, вы знаете, блин. Я бы его, наверное, на второе место. Да, на второе место будет. Я сразу передвину. Мы к нему сейчас вернемся, потому что мы обсудим третье. Третье это Tivo Stream за $25. $25 Tivo Stream 4K. В гривне это будет, знаете сколько? 25 умножить на 36, это будет 900 гривен. И вы получаете Dolby Vision, Dolby Atmos. Шикарнейший пульт, который управляет инфракрасничек. У него есть. То есть там, вы можете управлять телевизорчиком. Вообще шикарная тема. Его настолько сильно уже там размучили, что можно, в принципе, брать за такие деньги. Пожалуйста, используйте. Вообще не вопрос. Тут единственное, в чем вопрос, почему все-таки он на третье место пошел, что для первичной регистрации нужно фейковый американский адрес. Но это вообще не проблема. Существует сервис, который выдает фейковые американские адреса. Да, чего же там говорить. Зашли на Google карты, ткнули на любой дом, он выдал вам и индекс, и фамилию, имя. Сами придумайте там. Какой-нибудь Майкл Джонс. И все у вас будет отлично. Шикарный ТВ-бокс. Тоже я делал обзор. Мне очень сильно понравился в свое время. Поэтому за эти деньги можно брать. Через сервис доставка копеечная. Просто копеечная. Я не знаю, что тут еще говорить про него. 2 на 8, само собой, стандартный у нас... Вот, смотрите, Amlogic S905Y2, кстати, один из моих любимых. 2 гигабайта DDR4, eMMC8. Есть 5 ГГц Wi-Fi, TUTTOR. Конечно же, есть Bluetooth на HDMI 2.0a. Вообще идеально подходит. И тоже Netflix, Hulu, Apple, все на нем работает. То есть вот эти все иностранные, американские стики, они изначально, конечно же, подходят конкретно под любой сертифицированный сервис. За такую цену, поверьте. На втором месте, вот он, да, все-таки второе место, Amazon Fire TV Stick 4K с Wi-Fi 6E, новенький, это Max, Max-версия, опять же, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с 6 ГГц Wi-Fi, Wi-Fi 6E поддерживает. Я, кстати, на Max делал обзор. И тут немаловажный момент. HDR 10 Plus, это хорошо. Здесь формула памяти 2 на 16. Он имеет мощный процессор, мощнее, чем в обыкновенном Amazon Fire Stick, и настолько круто работает, что вы себе не представляете. И опять же, тут есть и, допустим, тот же самый Netflix, и поддержка различных сервисов. Вы можете Sweet TV туда загрузить, вы можете туда Megogo загрузить. У него есть Wine L1 DRM, то есть, ребят, тоже очень круто работает. Вообще советую обзор посмотреть, там я описал его, вот один из моих любимых стиков, и спокойно идет, и сервера различные, и все что угодно, любого типа контент вы на нем сможете тягать, а самое главное здесь это картинка, вот картинка в Амазонах,
Она сочная, яркая такая, знаете, просто класс. У него классные пресеты по цветовым установкам. Ну а на первом месте, ребят, это то, чем я пользуюсь. А я пользуюсь Google Chromecast TV 4K, чтобы вы понимали. Потому что он получил апдейт на Google TV 12. У него есть автофреймрейт нативный, Dolby Vision, Dolby Atmos. Само собой, все лицензии, какие только можно придумать, с Netflix и всем остальным. Но вы должны понимать, что здесь нет глобального голосового поиска, а поиск осуществляется внутри приложений. То есть вы можете надиктовать, там, например, в YouTube там, канал Технозоны, он найдет именно в самом YouTube. То есть вы зашли в главное меню, не надо там выбирать поиск, просто у вас включен YouTube, вы нажали там YouTube канал Технозон. Все, и у вас вывалится конкретно, он находит видео, сам канал и все остальное. И пульт, который может управлять телевизорами. Единственное, знаете чего, вот, конечно, Google TV портит все впечатление, но из стиков из Америки я остановился на нем. Я сейчас использую, у меня есть Xiaomi Mi Box S второй ревизии и есть, допустим, Google Chromecast. Я использую Google Chromecast и Xiaomi Mi Box второй ревизии. И честно вам скажу, за 38 баксов, ну, тут еще надо подумать. Что то у нас является Google TV, но по Chromecast. Вы должны понимать, что если бы, допустим, не Google ассоциированная платформа, я бы вообще думал бы над Fire Stick TV Stick 4K на первом месте, потому что там себя, допустим, те же самые нелегальные какие-то сервера ведут лучше, чем Google TV Stick вот этот вот 4K. Хотя он бесподобен. Разница в том, что у него нет V1 кодека, здесь 905X3D3 процессор, да, S905D3 процессор, который с сертификацией Dolby Vision и Dolby Atmos. Здесь даже они сравнение, зачем-то с Roku они, конечно, сравнение приводят. Ну да ладно, дело такое. Насчет Roku еще та фигня, честно вам скажу, хотя надо будет попробовать. Кому интересен обзор на Roku, пишите в комментах, обязательно сделаем. Для меня это первое место, но я бы вот, знаете, такое вот соревнование. Кстати, я его покупал, видите, в 23-м году, в ноябре, вот, пожалуйста, я его покупал. Я вам честно скажу, очень-очень прикольная тема. Я всем советую вот этот Amazon Fire Stick TV 4K, хотя выбирать вам. Ну а я вам озвучил свой рейтинг, свой топ из Амазона. Как покупать, вы уже знаете. Ссылка на видео с подробной инструкцией в описании под этим видео. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.